Российские власти вернулись к идее рассчитываться с Турцией, минуя доллары в рублях и лирах. Об этом сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Для начала это коснется приграничной торговли, а уж потом дойдет и до других областей. Эксперты российской газеты отмечают, что такие взаиморасчеты помогли бы и туриндустрии. Наши фирмы могли бы рассчитываться с турецкими гостиницами в рублях. Таким образом, отпадают комиссионные сборы на конвертацию валюты. Это 3-4%, то есть при стоимости тура в 50 тысяч рублей можно сэкономить до 2000. Пару лет назад власти собирались ввести такую же схему с Египтом. Говорили, что даже сами туристы смогут расплачиваться рублями. Но идею так и не воплотили.